ребятня. Все поснимали. Угу. Это вот воскресная у нас так и группа идет. А где жарная, здесь как раз служба. Там служба здесь. Ой, впереди, что это там? Какой-то... Мария Египетская. Да. Она здесь, поэтому Мария Египетская, почему тоже икона здесь присутствует, потому что она прииск мариинский здесь, шахтеры там. Да. Святая Екатерина. Да. Так, обзором. Вот тут привезли с Дивеева, прям пожертвовали на икону вот эту, Серафима Саровского. Серафим Саровский. С Дивеева привезли. Много прихожане. Много подарков, да. Это у нас семья подарила. Николай Чудотворцев тоже. Николай Чудотворец. Это Селезеветинского монастыря вместе с мощами подарили. Семен Великотурский. Вот так. Монастырь женский в Екатеринбурге. На Елизавете это тоже нам пожертвовали икону. Вместе с мощами. Семен, так что у нас иконы все пожертвованы вообще. Все, все здорово. Да. Ну, Елизаветинский монастырь, говорю, вот он в Екатеринбурге очень красивый. Были там на Елизавете, в Елизаветинском монастыре? Да. Вот они вот там монахини нам вот эту икону написали и пожертвовали вот Семёна Катурского. А настоятель у них, кто их окормляет, отец Николай, нам частичку мощей пожертвовали. Как здорово. Вообще. Очень здорово. Так что, вот, нам это уже делают новую, там, красивую, но пока вот на данный момент у нас, видите, как все. Хочу сказать свое слово, если можно. Можно? Вот вы снимаете, не могли бы вы куда-нибудь, например, разместить и нам лучше помогли построить? Люди добрые. Расписать на фестивале. Да, вот для газеты, для журнала, там, для какой-то сети. А вот в Каменской епархии будет, Каменской, на сайте Каменской епархии будет размещено, и кто захочет, тот и пожертвует. Да, вот что. Потом такие же люди, которые откликнутся, проявят милосердие. Я выставлю в интернет. Вы понимаете, в контакты? Да, вот это вот. Thank you.
святая Церница, святая равна апостольная Дина, молим Христа Бога, спастися душа.